Хэшки, ребятки, с вами Лекс. И сегодня я поиграю в такую игру, как Zombie Night Terror. То есть терроризирование ночью с зомбями. В общем, наша цель, ребят, играть за зомби и заражать всех, кто есть на локации, то есть на предоставленной нами карте. Все верно. Я эту увидел игру у Шимора. Если вы знаете только Шимора, то... Не знаю, ставьте лайк. Я думаю, все его знают. Но в любом случае, мне очень понравилась игра, как он отыграл. И я прям загорелся желанием для вас ее пройти. Не знаю, пройду ли я ее или все-таки не буду я ее проходить, а сыграю несколько миссий. Всего здесь 40 миссий. По 10, я так понимаю, в каждом раунде. То есть в каждом из этапов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, да. И так 40 миссий всего будет нас. Movie Night Terror. Так, нужно, короче, заразить трех человек. Вот, кстати, нам показано управление. Move камера. Пауза. Это что такое? Сменить персонажа, типа, или что? Пауз меню и мутации. То есть все понятно. Вроде бы все понятно. Я так думаю, мышкой тоже можно ведь будет управлять камерой. Ладно. Mutate selection, unselect mutation и zoom. Угу. Вот значит что. О, это самый крутой фильм, который когда-либо видел. Ну, короче, они спорят о фильме. А, он вроде сказал то, что она тупая, типа, и предложил ей таблетку, которую создал доктор Ромеро. Я так понял. Или не таблетку, может быть, что-то другое. Вот, мы берем вот этот вот шприц. Так, смотрим. Да, мы можем отдалять камеру. Если мы ее не отдалим, мы можем... Да, мы вот так вот можем ее спокойно использовать. Мне кажется, здесь есть люди с чем? С оружием. Вот эти люди мне вообще не нравятся. Давайте их и заразим. И наша задача просто-напросто всех сожрать. Всех при всех. Смотрите, здесь какие-то... Они защищенные прям. Ну все, всех на улице мы сожрали уже. А, я могу, кстати, закончить. Давайте, наверное, съедим всех. Осталось-то всего ничего. Очень классно это сделано. Они не ломают двери у меня, мои молодцы. Ага, вот так, значит, все это придумал. Ну ладно. Хотя бы так. То есть мы можем закончить, как только появляется у нас справа в нижнем углу табличка, что финиш, то что... это значит, что мы все. То есть все закончено. Это огромный чертов телевизор. Ну, в общем, они говорили, типа, включи его. И в итоге они его включили. А там нам по этому телевизору будет говорить, вот, инфекция, наконец-таки. Ну, или не наконец-таки, для них, наверное, наоборот. Чертова инфекция, она теперь заразила всех. А вот, кстати, и зомби пришли. Заражаем его. У нас ровно один шприц был. Видите, какой говнюк. Надо было сразу его заражать. Я что-то... Либо я не мог заражать в этот момент, когда они ломали дверь. Вот теперь у меня будет два зомби. Ха-ха-ха. Вот теперь-то все начнется. Ага, видите, он автоматически сломал дверь. То есть не пришлось ничего нажимать. Также у нас есть маркеры, которые направление нам меняют, наших зомби. То есть, к примеру, если они идут в том же самом направлении, вот, кстати, надо нажимать, наломать дверь, в том же самом направлении, то они пойдут направо, если стрелочка будет направо показана. А если она будет показана по диагонали в какой-то, ну, то есть по лестнице, к примеру, пройтись, то они пойдут по лестнице. Ну, в принципе, я думаю, вы так поняли. Нужно заразить несколько людей и выиграть. Так, я знаю, что здесь в этой миссии... Ой, офигел, что ли? В этой миссии у нас есть люди с оружием. И это нехорошо. Давайте вот этого тоже заразим. А, у нас еще есть. Или нет? Все, у нас все кончилось, да.
Так, вот это... Ага, то есть я вот этого, видите, заразил, его сразу же убили. Так, ладно, ломаем вот эту дверь. Теперь у нас как минимум 4 зомби. Но здесь я не буду вот этого зомби отправлять, пускай он там гуляет пока что. Пока не вижу смысла его отправлять. Так, эти пускай поднимаются наверх. Видите, сколько здесь? 5 зомби уже на этом этаже. Да. Надо будет сломать вот эту дверь. Надо будет убить вот эту вот девушку. Видимо, она поняла, что что-то происходит. И спряталась в туалете. И у нас есть еще один шприц. Нам дали еще один шприц, который мы только что подняли. Теперь я смогу заразить вот этого чувака, который убил... Кого? Вы помните кого? Убил, черт возьми. Вот этого вот зомби, которого я заразил уже. Я не вижу смысла ломать, на самом деле. Давайте лучше сделаем вот так вот. Да, в принципе. Хотя фиг знает. Давайте, наверное, сделаем так. Все верно я говорю. Так, и когда они уже спустятся вниз... Это будет не скоро. Вот эти зомби. А, так там вроде никого с оружием нету, да, получается? Ну, тогда чего беспокоиться? Все, там один зомби, я думаю, справится с ними. Там все остальные без оружия. Все остальные пускай спускаются вниз. И как только мы дойдем до сюда, то есть вот эти все зомби дойдут до сюда. А, кстати, что я жду-то? Здесь можно перематывать, намного ускорять вот это все, весь процесс, чтобы не ждать происходящего. И вот ломаем как раз-таки вот эту вот дверь. Но мы ее будем ломать только тогда, когда подойдут зомби. Только когда подойдут зомби, все верно. Вот, в принципе, можно сейчас. Раз, два. С двух ударов ломать, нифига себе, молодцом какой. И теперь можно, в принципе, и эту дверь ломать. Тоже с двух ударов. А, они без оружия. Безоружные. Мы эту тоже сломали, все отлично. Так, сейчас он... Здесь мы пойдем сюда. Здесь мы пойдем... Ага. А, то есть мы не можем у тех чуваков заразить. Вот что проблема, нифига себе. Только сейчас спалил. Они у нас находятся на этаже... На этаже, на которой нету лестниц. Но я могу сделать так. Ну ладно, пускай. Я все эти потратил, на самом деле. Ну давайте полностью заразим этот уровень, это будет круто. Я все шприцы потратил, не знаю, стоило ли это делать. Или все-таки не стоило. Это мне очень интересно. Ну все, да, level completed. Level completed, ребят. И, кстати, здесь есть у нас прохождение кое-никакое. Имею в виду не просто прохождение, а именно сюжет. Они, я так понимаю, говорили о сейчас этой сыворотке, которую разработал доктор. Нам сейчас надо подняться наверх. А, они автоматически, видите, поднимаются. Сломать этот генератор. Я не знаю, что это за генератор. Видимо, дает им энергию. А, это стальные ворота, видите. Чтобы они открылись. Блин, черт возьми. Нет, я на него нажать не могу. Я думал, новая способность. Я все-таки смогу нажать на этого чувака, чтобы он сгорел. Но нет, но не могу. И здесь у нас, ребята, дастся новая способность, новый зомби. Вот такой вот зомби. Оверлорд называется он. Для чего он нужен? Я вам сейчас объясню. Почему я это все уже знаю? Потому что я видел прохождение Ушимура. То есть первое видео у него видел. Так. Мы сейчас просто-напросто нажимаем на этого чувака и теряем один ДНК. И он всех отгоняет, видите, наверх. Он просто, его задача именно отгонять. Все, проблем больше никаких нет, видите. Вот проблема, знаете, в чем? Хотя нет, проблем нет абсолютно.
То есть вот количество ДНК, которое у нас на данный момент есть, 0 из 10. И теперь нам предстоит еще, помимо того, что просто играть, так еще и думать. Господи, забыл нажать. Так теперь еще и думать нужно будет. Так, этот отгоняет их. Эй! Все нормально, все нормально. Фух. Я уже думал, я не смог его поставить. И, кстати, потом, чтобы убрать этого чувака, убрать оверлорда, мне просто напросто нужно будет сжечь его. Это вот такой вот, такая вот способность. Кстати, вот теперь она у меня появилась. То есть только что ее не было. Давайте сломаем генератор. Все, готово. Мы его сжигаем. Он исчезает. Наши остальные зомби просто-напросто спокойно проходят по этой платформе, которая только что появилась. Все нормально. И вот, видите, здесь показана вот такая вот линия. Линия, которая идет как раз-таки к этому мостику. Прикольно, очень классно сделано. Лаборатория смерти. Создайте... В общем, инфицируйте людей и убейте 25 человек. Все нормально. Так, я могу отдалить. О-хо-хо-хо, нифига себе здесь миссия. Я не знаю, может быть этих сразу... А, нет. То есть, если я сюда потрачу... А, у меня здесь сразу зомби есть. Все, я все понял, я все понял. Пускай туда отгоняет. Пока что этих мы сейчас съедим. Потом уже будем думать, что да как делать. И сейчас мы вот это вот как раз таки... Пускай горит. Нам он сейчас вообще абсолютно не нужен. Но надеюсь, то, что здесь не будет никаких провалов. Вот видите, вот этот вот пол, он проваливается только после того, как на него встают 10 человек. То есть здесь мы делаем так, здесь мы делаем так. Все, отлично. Сначала этих заражаем. А здесь мы делаем вот так вот. Потом ломаем вот эту дверь. И как раз таки после того, как мы сломаем вот эту дверь, вторую, и проникнем сюда, три зомби когда встанут туда, мы просто-напросто упадем на этот этаж. Так, а что у нас здесь ожидает? Там, ребят, у нас мины. Вот в чем проблема. Мины нужно будет это дело наладить. Так, вот это ломаем что-то, я, видите, немножко... Смотрю на всю карту и не успеваю следить за всем. Ломаем вот эту дверь. Главное не забыть и успеть оверлорда поставить, чтобы он отгонял их назад, чтобы они поднялись уже по этой лестнице. Так, отлично. Потому что дальше мины. Вот эти чуваки сейчас взорвутся, вот в чем проблема, знаете. Это немножко плохо. Почему? Черт возьми, вы видите, что происходит? Но я думаю, наши зомби справятся, там их довольно много. Но они все равно отстреливаются вообще нормально. Вообще нормально отстреливаются. Да, я вот забыл о наших зомби. Фейспалм, ребят, это фейспалм. Я вот только говорил о том, что нужно будет не забыть, и я все равно забыл. Я не знаю, стоит ли продолжать, или все-таки начать заново. Блин, это плохо, что я так сфейлился. Да, здесь уже ничего не сделаешь. Давайте заново. Это, думаю, не составит огромного труда. И тем более времени не так уж много потратим. Давайте ускорим даже весь этот процесс. Так, здесь мы делаем все правильно. Здесь ломаем эту дверь. Здесь ставим оверлорда. Который будет направлен сюда. Все. Он их отгоняет. Отлично. Сжигаем оверлорда. А, мне как раз таки... Чтобы поставить оверлорда, мне нужно потратить один ДНК. Эй, я ж нажал. И чтобы... Так, и чтобы... Как называется-то? Наоборот. Сжечь его. Мне тоже дают один ДНК. То есть один за один. Господи. Вот это ломаем, вот это ломаем. Эти чуваки сейчас убегут, кстати. Потом ломаем вот эту фигню. А, нет, один убежал, один нет.
Все, смотрите, один, кстати, пошел. Это тот самый чувак, который... Можно, в принципе, его сразу здесь ставить. Хотя... Он в зомби превратился, нифига себе. Ну все, оверлорд будет здесь. Все, эти, значит, продолжают ломать вот эту фигню. Так, нужно только вовремя все поставить, чтобы они все... Да, вот так вот. Все, они все идут у нас туда. Здесь смотрим, что у нас происходит. Эти жрут, отлично. То есть, здесь делаем так. Нет, не ломай. Когда все зомби подойдут, то есть, когда большая часть подойдет. Хотя надо было ломать, наверное. Вот, черт возьми, я немножко глупо сделал. Ну ладно. Значит, жрем у этих. Да вы уже никуда не уйдете, вы уже не спасетесь, дружище. Хоть стреляй, хоть не стреляй, смысла нет. Ага, то есть один вот этот мудачок взял, зафигарил всю мою армию зомби. Здесь оверлорда надо ставить, чтобы они потом наверх пошли. Все понятно, все понятно. Сейчас наверху разберемся. Я думаю, с ними не будет проблем разобраться никаких. И потом нам нужно будет просто здесь 5 зомби пропустить, здесь 10 зомби пропустить и здесь одного пропустить. И все, и мы доберемся вот до этого уровня. Но перед этим нам нужно будет сломать генератор. Мы его сломали? Я вообще не вижу генератора, если честно. Который будет открывать вот эту дверку. Успеем ли мы вот этой кучей? Ломай нафиг. Мне насрать. Все, идем на него. Насрать на него. Ага. То есть я совершил самую большую ошибку в своей жизни. Я 2 раза, ребят, уже на этом уровне сфейлился. Пипец. Я не думал, что они разобьются. Я думал, что если зомби падают, то они живы остаются. Но в любом случае учимся на своих же ошибках. Теперь я хоть буду немножко понимать, как это все делается. Так, ну ладно, ускоряемся, господи. 2-й раз уже играем в эту, на этой миссии. Так, сразу оверлорда сюда ставим. Ломаем эту дверь. Сжигаем оверлорда. Ломаем эту дверь. Потом ломаем эту дверь. Ломаем эту дверь. Здесь сразу опускаем сюда несколько человек. Ломаем эту дверь. Ломаем эту. Эту. Отлично. Пока что все неплохо идет. Главное не забыть поставить оверлорды. Так, эти, в принципе, готовы уже к атаке. Там их довольно много. Думаю, что они справятся. Так. Так, осторожнее надо быть. Пускай отгоняет всех сюда. Они, кстати, все равно инфицируются, заметьте. Так, ломаем вот эту дверь. Здесь все отлично. Да, здесь мы точно прошли уже. Так, и здесь мы уже ломаем вот... А, нифига, там у нас уже все эти... Там у нас уже появились зомби, отлично. Ломаем эту дверь. А, кстати, мы уже можем завершить миссию, но я не буду завершать, я буду играть до конца. Здесь осталось-то всего ничего, и, кстати, мы получим 2 шприца. Я так понимаю, они у нас тратятся по мере прохождения. Может быть, я не прав. В любом случае, возможно, именно так и есть. Оверлорд здесь нужен. И все, и все зомби у нас сейчас появятся наверху, и после этого я уже выпущу их всех. То есть 4 пускать я не вижу смысла, вроде там парень с пистолетом, да, вот он стоит. Как только... Ага. Блин. Было опасно сейчас немножко. Все, ломаем. Парень с пистолетом сейчас сразу отлетает. Нет, не отлетает, к сожалению. Воу! Воу, как получилось. Ну ладно, нормально все равно. Здесь, думаю, есть 10 зомби, да. Обвалились. Здесь ломаем вот эту фигню. И здесь мы оказываемся... Вот тут вот. В самом конце. Да, отлично. Мы подобрали, кстати, 2 шприца. Финиш. Вот и все! Убил
32 человека. Блин, вообще классная игра, прикольная. То есть заставляет нас задумываться. Если бы я хорошо знал английский, может быть, я вам все так прям переводил. Но речь идет вот именно об новой этой фигне, которая будет взрываться. Да. Взрывающаяся жидкость. То есть теперь у нас будет, наверное, после того, как поднимут эту фигню, у нас будет взрывающиеся зомби. Это какой-то CDC Control. Так называется. Так. Возьмите вот этот CDC Control. Инфицируйте зомби вроде бы. И убейте 18 человек. То есть инфицировать надо вот эту фигню. Так, блин. Один стопудово должен быть еще обратно. Все остальные будут ломать. Вот посмотрите на него. Какой... Офигевший ходит тут. Так, все, остальные ломают. То есть один у нас идет за этим. Нифига себе, что тут происходит? Вы это видели? Это жесть. Это жесть, я могу сказать вам так. Ну что, я буду ждать тогда всех, я не вижу смысла по одному их отправлять. В принципе, можно будет сюда оверлорда поставить. Как вы смотрите на это? Чтоб они прям кучей шли. Не вижу в этом ничего плохого, пускай будет. У нас 50 есть ДНК. Я, правда, не знаю, сколько будет вот эта взрывная фигня стоить, ДНК. Но в любом случае, в любом случае. Вот, кстати, нам надо будет взорвать эту стену, и теперь мы, у нас будет возможность взорвать стены благодаря вот этой новой фигне. Но это будет уже в будущем. Так, давайте посмотрим, сможем ли мы убить того чувака. Вообще разносит их просто в пух и прах. Смотрите, смотрите, сейчас мы убьем этого говнюка. Эй, дружище, привет. Он даже не успел ударить. Фух, как повезло. На самом деле, вообще круто. Так, вот это ломаем. Вот это выжигаем. Хотя нафиг мне его сжигать, у меня полностью 50 из 50 ДНК. Не вижу смысла. И вот, кстати, это является, видите, является туториалом для нас. А, видите, мои зомби не умирают. Отлично. Их просто отбрасывает и все. Очень классно сделано, очень классно. И графика хоть и пиксельная, но очень классно все это выглядит. Мне очень нравится. Блин, этот разбился. Из-за того, что я его вверх подкинул. Я вообще не думал, что есть такая здесь фигня. Здесь эти сражаются, банды. Пускай сражаются, ладно. Значит, мы пойдем сюда. Там, видите, какой-то бомж внизу. Мы можем, кстати, инфицировать людей еще, не забываем про это. Раз, два. А, это слишком далеко мне надо показано. Раз. А, я только одного могу, ну ладно. Я не знаю, это охранник какой-то? Нет, это просто чувак в этой, в офиске. О, так это офицер, офицер полиции, посмотрите на него. У него какой-то крутой ствол. Это уже полностью меняет дело. Вот козел двоих зафигарил. Троих. Что за говнюк такой? А, и я остался. А что мне делать здесь? Взрываться? Давайте попробуем взорваться, я не знаю. Мы сможем вынести дверь, если мы взорвемся? Да! Вот она, вся красота. Там крутой вылез с дубинкой. Ну-ка, иди сюда. Еще один крутой. А он, кстати, всех зафигарит сейчас. Что это за фигня? Какие-то козлы с дубинками меня фигарят. Они в бесконечное количество, что ли, их? Да, там фургон с бесконечным количеством. И мне нужно этот фургон расфигарить, чтобы не было бесконечного количества этого. Да, прикольно придумали, очень прикольно. То есть, видите, я ни полицейского, никого не убил. Давайте попробуем дойти до шпица. Так, ускоримся. И взорвать еще одного своего чувака. Все, отлично, мы взяли шприц. Все, финиш. Ребят, я для вас закончу играть в эту игру, если вы поставите лайкосики. Чем больше лайкосиков будет, тем больше я пойму то, что да, надо продолжать играть в эту игру. Игра очень классная, мне очень понравилась. Я думаю, и вам она очень сильно понравилась. Смотрите, это сосед бьется в дверь.
Вроде бы сосед какой-то, это не похож на зомби. А этот чувак боится, что это зомби. Ну, в общем, очень классная игра, очень продуманно сделана. Я пропустил ее, и только благодаря вот Шимора, как я увидел у него видео по этой игре, она оказалась намного круче, чем я ожидал. Ладно, ребят, на этом все. Ставим лайкосики, даем мне понять то, что вас заинтересовала эта игра, и вам понравилась, и вы хотите увидеть больше видео по этой игре. Игре, да, все верно. И я, разумеется, для вас сниму продолжение и вообще, наверное, полностью прохождение этой игры. А с вами был Лекс. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем в комментариях. Не забываем подписываться в паблик ВКонтакте. Ссылочки есть все в описании. И еще раз, с вами был Лекс. Всем добра!